начальная точка нашей жизни – это роддом. А конечная точка нашей жизни – это морг. А в середине треть жизни мы спим, помолившись перед сном. Середине треть жизни мы пашем на заводе родном. Но кто сказал, что мертвецы не видят сны, это сказки? Кто сказал, что они не бывают грустны, это ложь? Кто сказал, что они не мечтают о половой ласке? Сам убедишься в этом, когда помрешь. Помрешь.